Я пока НС вечно. Это кто? Шей, ты? Кого? Что привело тебя сюда? Тебя слышно, он просто не ответил. Не знаю, кто это. Был голос, да, на шипер. Я в перерывах Mortal Kombat 2 прохожу за бараку. Сейчас уже Кентару бью. Чуть-чуть еще и Шелкана завалю. Такс. Чё там, дома СС не на всех прокатили, на всех. Стали. Рыбу идем. Шкаф, поставь эту шкушку, пожалуйста. Еще раз делай красный. Да, делай. Делай, не делай, ничего. Ну ты сдаешься раньше времени. Я не знаю, если ты что люди, блядь, сидели в стене. Я что, на лане? А на лане придется всем лучше вставать, по сути. Хочешь ставить это про нас обычно? Нет, я не хочу ставить добронос добычки. Прямо в том, если, блядь, такая хуйня пойдет, я не знаю, что делать. Нас субботу нахуй проходило 4 часа, блядь, сидим уже нахуй, 2.5, а она против. А у нас впереди, блядь, еще 5 боссов. 6 проб. Вы, блядь, тратите свое время нахуй. Когда, блядь, холипал прохиливать в 2 раза больше, чем другие киллы, блядь, сильно. Холипал всегда прохиливает в 2 раза больше. Ребят, давайте не будем ругаться, все нормально. А, да, Локи, ставьте косноязычие на зеленого и на красного физика. Я просто не всегда достаю реально, но это неправильно. Так, ну ладно. Сейчас будем какая-то пристанка. Короче, кого нет? Нам все равно не справимся. Короче, убил Шелкана. Господин, зеленый бабл. Чего не хватает, господин? Потаскушка. Вот без рыбы. МС Седа без рыбы. Под шкафом рыба. Блять, последний чек. Кто-то с дискорда опус. Серега, потаскушку тут нет. Сережа, давай, напрягай булки. Это не он вылетел? Нет. Да, какой у него ник? Ну что, можно я спою? Ник какой у него?
Серега сейчас вернется, давайте мы закроем профа. И ему надо будет по-любому ссылку 25 закрыть. ХЗ, я не вижу никого прослушки. Мой рвач его не тут. Серега, ты тут плюс чат? Потаскушка, алло. Мос. Может, ты его выкинул? Мастер, ты где? А, я тут. Ну, на изготовку иди. Все готовы. А я думал, его нет еще. Отчет на пол. Слышу это. Уже оперативнее выходите. Дальше чуть-чуть еще проведем. Нормально. По зеленому. Куда портал поставил лог, блядь? Ты думал, ты что, на приколе, блядь? Я же-то не понял. Ну, так куда ты порт поставил? Ну, куда я поставил? Ну, а куда ты поставил? За профа. Порт, с дум. Керсин с портом, зачем туда портоваться? Медленно, лужу проебал, надо допивать. В чем проблема, я не пойму? Твой портал, блять, под колбой зеленый. Успокойтесь. Это еще откуда? А, спросил, в чем проблема, я скажу. Ты не смог его залить до того времени, как, пока если он дошел до меня, или че? Топнули флот. Переставь портал. За пельменями следим. Мама анонсируется это все, блядь, в чате. Анонсирует. Ладно, хорошо. Все, мам. Пельмень. По зеленому. Пельмень. ХДД по красному. Пельмень. По красному играем. Дуйте в слизни, по-моему, с холода. Да, он не помогает. Да моя же печать справедливости замедляет правосудие. Что-то кажется. Но не замедляет. Тише, пожалуйста. Пельмень. Инер принца. Иста шансунга, Инер. Мост да Инер по шансунгу. Папа, ты там, малай. Пельмень.
красному играем. Сейчас буду юзать, так что зеленый будет незамедлен. Пельмень. Заюзал? Да, я знаю. По зеленому быстро. Алиса, дай прожимку. Ушли от турбо. Да нет, надо вливаться, вместе стоять. Что значит ушли? Сейчас красный будет, готовьтесь бабки дать. Чего, это нет еще? Нет. Да будет, не допивай, не допивай. Пельмень. Вот лужи допивай. Лужа. Лужи появились новые. Все, замедляй. По красному. По красному. По красному играем быстрее. Да, вижу. Пельмень. Еще зеленый будет. Перед станом старайся. Замедлю. Только не сразу, попозже. Замедляй. Замедляй. Замедлю. Чуть не вставайте, чтобы отлететь к вам. Красноязычие, пожалуйста. Быстрее по зеленому. О, босс. Господин, дай БР по мангиалу. Геру дали. Блин, свалил, сука. Пельмень. Ох, еб. Три стака. У господина есть БР или нет? Нету у него. У остальных друидов у всех есть. Пельмень. Лис, сколько стаков надо? Нормально. Что, БР будут давать? Диван, дай, пожалуйста, по Алисе диван. Сейчас? Да. Алиса снимает. Колба, пельмень. Забирай? Да, забирай. 4 стака. БР есть у кого? Нет, кому. Лопасос, БР, Дымыч, быстрее. Могу уходи отсюда. Мы не успеваем. Эти вот лужи, сука, последние. Нет. Не успели. Значит, без квеста мастер. Да, да, вот тут ДПС вообще нету, блядь. ДПС нету, потому что было 3 фаталити. Один от взрыва слизняка и 2 от пельменя. Ну вот вам и нет ДПС. Маленькому давал 10 тысяч. А, нет, Седа, сколько он? Ну, 6. И за Дум. Бурский тут? Кого? В рейд. Я на низине сейчас проебу и в рейд пойду. Блядь. Если ливну, мне минус 30.
А если просто проебу, ноль будет. Ну так давай проебывай быстрее. Кто там еще на замену хочет? Сколько у тебя? Ну, можешь перекуры сделать пока. Это, может, возьми в инсаджира, может. Ну, смотри. 18-17 место по 5000. Можно поменять. 19 место тоже, да. Пиздец, этот дом все делает за тебя, нахуй. Всегда все говорит, блядь. Даже читать нихуя не надо. Ну, для даунишек, наверное. Кто так ничего не видит? Потому что я квест сделаю. Так. Что-то вот комбо-то реально, блядь, мало ДПС. МС, да чё у тебя с ДПС? Господин, чё с ДПС? У него за весь бой 8 потрошений, блядь, это как нахуй? То ли комп слабый, то ли чё, а рога тоже. То ли комп слабый, то ли одежда слабая. Или играть. Дайте, пожалуйста, рейс. Жан, блядь, заебал. Вставай, эй, салам алейкум. Задун, ты чё там, нахлестался уже допинга? Бля, это плохо, что подвисает. Что, кто там, что там, кого там? Так. Что, дуэль? Давай за мной дуэль. Но хотите, можете заменить, конечно. Я не против. Иди, задум, 13-й ПДПС. О, ну шо, ну шо, да, до этого то, что 3D был, тебя не смущало, да, конечно? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, давай, передамаешь меня, сынок? Кто тут папа, ты забыл? Ладно, всё. Я шучу. Шай, я тебе мечами сзади прыгну. Где там обсорг, да, я посмотрю, чё он. Не в этом главное, кто по ДПСу главный. А в том, что косноязычие надо локом вешать, их всего лишь трое. Так ой, мало? Ой, ой. Им же нету, да? А, ну ладно. Хорошо, я косноязычие буду вешать. Так. Рога пока на замену. Нам седа который. Шарпи здесь, Шарпи в рейд. Далее. Господин пока пусть висит. Нет, дедешер нужен, а дедешеров нет. Венты вон он есть, мы с ним. Блин, да. Ребят, я тут кое-что расхерячил так. Ну, самый малость. Вента плюс тут. Ладно, 2 минуты, дайте мне. Вента, алло, прием. Ты чек. Чек на ФК. Да, слышу. Вента слышит? Отлично. Господин пока что на замену. Вента в рейд. Смотрим пока что так. Подсоскушку шкаф поставь. Надо им сначала протонуться, чтобы призуминуть. Все равно. Шкаф поставь, господин, портуйся. МСД также портуйся. Турбо, поставь импортик, пожалуйста. Фу, капец. Куда ты им предлагаешь портал поставить? Чё там, Горский? Дайте магипо, пошарать секунд. И попить.
А, я вспомнил, кто-то там басарил. А, ну ладно. Не буду включать БК, но... Шо, пиздец. Горский, чё у тебя по БК? Всё. Где то, блядь? Это Шарк, вам что надо? Ты можешь этот идти на ком хочешь. Ну я ДПС дам больше на пале, если вам надо, если вам не хватает здесь ДПС. Братан, отвечай, замени, пожалуйста. Век буду, бля, не забуду. Еще раз сомнение, что-то мне пришло. Да не, ну не то, что, ну как бы. Кому еще? Бля, ща релохнусь, подождите. Что, не приходится мне? Ну он приходит, но я не могу, бля. Может, кто-то в инсте сидит еще? Не могу подняться. Я же вам говорю, он всем говорю, что я могу песенки петь. Вот настало то время, когда я могу петь. Молчу. Стык. Кто там базарил нахуя? Я не понял. Агра работает, у тебя что там саунд дохуя работает. Так, все здесь. Войд, здесь? Не? Угу. Я не слышу там. Давай, ты в чушке. Отчет на пол. Ну. Уже не делаем, да? Нет. Нет. Ничего сделал, мастер. А, ладно, я вижу, что рейд какой-нибудь. Да, это чё? Все равно там сейчас еще войт осколки собирать, он тут был будет. Так что не торопись. Позвяну. Быстрее, отлично. У вас
чё босс так далеко? Мне ведь мужа увидела. Зачем? Сейчас ночь. Нормально, без красного. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Пельмень. Готовимся, сейчас столбы будет. Химические бомбы не ловим. По красному РДД. Играем по красному величнику. Пельмень. А вот. Полка какой-нибудь. Зеленого. Пельмень. Прохил мага. Чё за херня? У него пельмень летел. Маг блинканулся. Есть БР у кого? Плюс чат. Вента БР не мага. Вента БР не мага. Анкила. Пельмень. Анкил сразу не вставай. Пельмени бантнутся, только тогда встанешь. По красному играем. Мага пробав. Пельмень. Готовимся по зеленому. По зеленому играем. Быстрее по зеленому. Пельмень. Побос. Оба готовимся. РДД в красного, пельмень. Давайте красного играем. Пельмень. Стопнули по боссу. Допивай лучше. Допивай, плюй. Не успел? Больше походили. Хорошо. Одной только не успел. Она маленькая, похоже. Ну пока что маленькая. Веди от твоей этой зеленой лужи только. По зеленому быстрее играем. Отлично, Геру дали, поиграем по боссу. Играем милишники в лицо, не забываем. Зачем вести направо, если там лужа? Сейчас ее перейдем. Ничего, нормально. Пельмень.
колба. Далеко увели-то, ёбка. Слишком далеко отворить, ребят. Братья. Пельмень. Давай, Лимон, диван по вина. Отлично, лопасос Бэйрбик дыбача. Служим. Служим. Разбирались. Колбы будут. Ремень. Продолжим. Да, сука! Че, осколка нет? Да колбы нету, блядь. А осколок? Да нету осколка. Второй. Че, сколько душ? Четыреста двадцать восемь. Потаскушка задумала, надо этот или нет, плюс чат, если надо. Угу, ясно. В воскресенье, может, 10 оп сложим, сколько. По ХПСу говоришь, что? По ХПСу нервил, теперь ты последний, да? Ты понимаешь, когда хилы меняются, что случается? Бля, ну я чисто на хотор был. Турба, подожди меня, да, я привяжусь. Ну вот, например, буйного роста у тебя должно быть на втором месте, а не на третьем. Они покровительство природы начали. А я не могу буйный рост кидать, когда у меня таргетсы, блядь, это самое. И я его по КД вешаю хотор. Буйный рост он не кидает. Я сейчас подойду, идите пока на кровавый, чистим трэш. Кидается там на пару человек. Нерл, кидается ход и 5 ход, буйный рост. 5 ход, буйный рост. По КД. Покровительство природы можешь нахуй выкинуть. Ну он не понимает, блядь. Хейл когда-нибудь до этого друида? Не знаю, вообще первый раз играю. Я и начинал играть ради танки, что потом второй степ делал друид. Ну вот, о, боевка. В ГБ. Блин, Роза хитивает. Вокруг цели, на которую ты его кидаешь, там, на сколько-то метров, 5 там или 4 человека. Когда в зеленый взорвался, сразу буйный рост ложь. Милики просели, буйный рост. Оно никак не должно быть на втором месте. Покровительство природы вообще не должно быть. Разве только 2-3 раза, чтобы поднять кого-то срочно. То есть ты вместо лишней охоты, омоложения и буйного роста, ты кидал покрытие. То есть, грубо говоря, в пустую. Сила друида именно в омоложении и буйном росте. В ходках. Да. Ну, сейчас будешь так играть, увидишь, что тебе хп спадет. Ну, кто сакрится меня, то я сейчас сразу 2 пака в полю, бля. Лимон, за контроль кого? Ой, справа лейтенант. Давай, контроль. И убегай. Беги. А это мухир дураку. Это я бета прожал. Чё прожал? Бета.
Штам дал БЗ, начал сирить третью и пиздец. Чё, бабл мне прожать? Бабл к дебл. Угадай, что он делает, когда меня сапает трэш, блядь. Турбойс, ты услышал? Чё делает? Угу. Чики-брики в танке? Как это? Да это и сталкер. Там веселые анекдоты были в сталкере. Танка прохил. Там лейтенант еще бежит. Шаклики, блядь. Пистоль. Да шакал не поможет. А уже поздно, блядь. Мой кес сдохла. А чё, когда вам тут нихуя не рарить, вы нихуя не можете, что ли, блядь? Мне, кстати, починить надо. Вставай, лети. Мне БР надо, но починиться-то надо. Сейчас Тёма поставит. Джиуса, что ли? Так обрадовались. Тогда принесли за 3.5 часа, бля. Сейчас нахуй что мы делаем? Ну еще 50 минут есть у нас. Что, посмотрим, что на лане будет. Хочу чешку. Как вы всех забрали да вообще, блин? А, Лимон просто далеко влетел. Ты тут? Лимон, рез. Рехаю. Не встаешь. Задумались. Давайте там хотя бы катечку подыкать. Все спустились вниз, кроме танков и те, кто шаклит. Присты поднялись наверх, шаклит лейтенантов. Вряд ли контролить через покаяние. Дайте по мне касочку хотя бы еще. Нет, так. Задумались, Ника. Да поднимал, ты в два раза. Лимон, ты тут? Лимон. Угу. Ну так попей ману. Баф не каски. Каски бафы. Ты попей что-нибудь, у тебя маны-то нету. Без двух тренинг, блядь. Ну чё, шаклики? Давай, не достаю слишком далеко. О, бабл пожил, хорош. Вниз спустились. По командиру играем. Фиры, да, хулипал, два фиры по этому, по тактику, хорошо. Заебали, блядь, сапы. Тем более контроль не был, сап. Лейтенант еще прибежал, ловите лейтенанта. Тактика, которого меньше хп, меня ассиста нет. Веточку поставить не могу.
Пиздец, даже на трэш из ДБМ, нахуй, я ебу. Интересно, а есть там магия маслину словил? Чё, повисло, да? Ну, я так понимаю, на этот раз не только у меня. Да, дискон. ГЦ всех со шмотом. Ага. Паролил на треночков. Чё, вы, босса? Ага. Пиздили сейчас, да? Еще какую-нибудь озвучку-то пилил, не? Нет. Ну, 25 хэм мы, походу, на этой неделе, блядь, не соберемся, блядь. Почему? С такой обычкой, блядь. Соберемся? Ну, я давно как-то делал, там, песенка какая-то была. Было у меня... Этот, где, короче... То Нагиев, короче, за... Как он, самый лучший фильм... Там, где он, короче, вы все говно. Вот это хуйня. Mm-hmm. Вы все говно. Говно, говно. Кануло? Да. Там у меня что-то было. Вы собрались что-то, чтобы закрывать льду на плюс ноль. Что-то такое было. Там, короче, этот, когда он плевал ему, и тот говорит, что вы себе... А, вместо что вы себе позволяете, он мне говорил, я, говорит, бибопу расскажу, короче. Ну этот ГМ у нас. Я бибопу расскажу такой. Я еще харчки эти озвучил так хпух. Так смачно, блядь. Песня. А это помнишь, когда ИВК пофиксили? Там речь морсинс вообще норм. Ну этот был кто еще? Песенка вот днями и ночами очень давно. Кружится, а, мне, кстати, вот этот, слышишь? Брательник сказал, эти наушники, блядь, даже не 90-х годов, а еще раньше. Его мать на них работала, ну, в них что работала за песня, на работе. Да? Ума Турман, что ли? Да. Так что они годов где-то 70-х, блядь. Сука. Лимона? Нет, который у меня наушники. Ну, они жесткие, да? Ну не пиздатые. Кого там менты, блядь? Да это у меня. На, в этот. Там на профи пельмени ловишь, тебе наушники током хуярят, блядь. Запрос. Если бы такое было, блядь. За каждый портом, сука, током хуярит, блядь. Сейчас увезут, блядь. Не, кстати, было бы прикольно, короче. Я один проёб, Ха-х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 а
Я просто сложность поменял. В смысле? Я сложность тоже менял, если что так. Заходим. Войд, маленький му. Давайте, заходите в онлайн. Что не совет. Там Люк сенсей всех повыкидывал. Тебя не выкидывают? Нормально все? Нет. Лоскушка там добежишь до этого, ставь шкаф.
Он тут вообще-то сидит почему-то. Серега, шкаф ставь. Ставить. Тык.